Доброго времени суток! Вы снова на канале Ассоциация защиты животных. В этом видео мы поговорим с вами про одомашнивание песчанок. Уже более 50 лет песчанок содержат в качестве домашних животных. Первые попытки приручить песчанок происходили в 30-х годах прошлого столетия. Очень быстро стало понятно, что эти грызуны хорошо адаптируются в неволе. Окрас песчанок на тот момент был одинаковым, песочный цвет позволял им прятаться от хищников. Спустя почти 30 лет началась вторая волна одомашнивания песчанок. Неприхотливость, отсутствие запахов и интересный характер привлекали любителей домашних грызунов. В 1969 году прошла первая международная выставка песчанок, где были представлены питомцы исключительно естественного окраса. Сразу после демонстрации эксперты начали изучать гены, отвечающие за цвет шерсти. Опытным путем получилось вывести серых, ярко-рыжих, белых, черных и даже пятнистых особей. Такое разнообразие окраса сделало песчанок очень популярными зверьками. О них стали писать в специализированных журналах, как о новом виде домашних питомцев. Спустя короткий промежуток времени, уже в мае 1969 года, был организован Национальный клуб любителей песчанок. Эта дата и считается началом жизни столь замечательных и неприхотливых животных рядом с людьми. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о выходе новых видео.